Ich bin Chris Helmbrecht, ich bin Deutscher. Ich komme aus einer Bierstadt, die heißt Bamberg. Die hat 250 Brauereien. Ich weiß, wie gutes Bier schmeckt. Ja? Und ich bin heute hier, um mal zu schauen, wie die Russen Bier machen. Kommt mit, auf geht's. So, was machen wir jetzt hier? Здесь мы занимаемся следующим. Варка любого пива начинается с подготовки солода. Солод приходит в мешках из Германии, Австрии, Финляндии. И на первом этапе задача на мельнице размолоть ее до фракции 1-2 мм для облегчения затирания перехода сахаров в затор. А мы сейчас засыпаем пшеничный солод, который мы сегодня собираемся использовать для нашего пшеничного бока. Стиль Weizenbock. Вот. И сейчас мы начнем его, естественно, перемалывать. Включаем мельничку. Посмотрим, что получилось. Солод мы смололи. Это обеспечит ему хорошее затирание, хороший выход сахара из сусла и хорошую фильтрацию. Вот в таком виде солод пригоден для использования в пивоварении. Это уже перемолотый солод, вот, который мы мололи только что, который мы сейчас будем выбрасывать специально подготовленную воду определенной температуры. Можно? Нам нужно хорошо перемешать воду. Как ну? Помолотый солод. Крис, присоединяйтесь к процессу. Это будет наше пиво, это ребята aufgeregt. В настоящий момент мы варим Weizenbock, поэтому здесь у нас будет смесь кузырского солода, пшеничного солода, мюнхенский солод. И венский солод мы также используем при этом рецепте. Классический Weizenbock варится отварочным методом, но это мы в дальнейшем проведем уже на втором этапе затирания. Олег, а wie viele Bier habt ihr denn hier? Was, wie viele Bier macht ihr denn? На нашей пивоварне варится 10 сортов, 6 постоянных и 4 сезонных разных. Но вот сегодня мы решили сварить Weizenbock. Почему Weizenbock? Ну, во-первых, немецкое пиво, оно известно своим качеством во всем мире и пользуется большим спросом и популярно. А и пшеничное пиво в России тоже очень многие любят. Почему бок? Потому что сейчас ранняя весна, за окном холодно. Нужно что-то крепкое, теплое, согревающее. Weizenbock отличается от обычного пшеничного более высокой крепостью, более насыщенным вкусом, телом, так называемым. Окей. Прозит? Прозит. Actually, muss man unten anstoßen, ne? Unten. Weißbier immer unten anstoßen. Frauen und Weißbier stößen unten an. Ich habe noch einen Kommentar. Das Bockbier, das kommt aus dem Kloster normalerweise und es wird genau während der Fastenzeit getrunken, weil das stärker ist vom Gehalt her. Die durften ja sonst nichts essen in der Fastenzeit, wie bei euch in der Postzeit. Das ist ja gerade Fastenzeit und deswegen haben die das Bockbier gemacht. Und das ist, wir machen jetzt auch in der Fastenzeit ein Bockbier in Russland. Das ist jetzt der dritte Schritt. Ja, was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Сейчас у нас начинается один из самых важных моментов в пивоварении. Это фильтрация сусла. Мы открываем клапан. И здесь мы видим вот через это окошечко цвет
нашего будущего, ну, пива. А, тафлистой. Да, значит, вот здесь можно посмотреть. Очень красиво, вот, посмотри. Смотри, видишь, вот оно пошло. Вот оно идет уже прозрачное, оно идет совершенно уже прозрачное. Ну, оно не совсем прозрачное, потому что это пшеничное пиво. Это, natürlich, noch kein Bier, ne? Это erst mal der Ansatz, da ist noch kein Alkohol drin. Sag mal, wie viel Alkohol kommt denn dann da rein nachher? Wie viel Alkohol hat denn dein Weizenbock? Ну, Weizenbock мы планируем, что он, это крепкое пиво, и его алкоголь будет, около 7, может быть, 7,5% алкоголя. Ну, это будет зависеть от того, как у нас пойдет брожение, потому что, как бы, этот сорт мы на нашей пивоварне варим впервые, но, надеюсь, получится хороший. Ого! Trink mal nachher. 7,5%. Cool. Mal schauen. Da kommt's. Oh. Попробуй, Крис. Was ist das? Это очень интересно. Существует традиция употребления несброженного, неохмеленного сусла. Оно не содержит алкоголя, но в горячем виде это незаменимое средство во время простуды, когда болит горло. Это просто кладезь витаминов, аминокислот, веществ, очень полезных для организма. Сейчас попробуем. Wie so ein süßer Biertee. Ja, das ja, ist cool. Как чай. Чай для пивовара. Может быть, типа купил. Пивоварный чай.